Реализация минских договоренностей, скорее всего, продлится и после декабря 2015 года, уверены в Париже. Такое заявление сегодня сделал представитель французского правительства Стефан Лефоль. Минский процесс, цитирую, будет идти своим чередом, и это единственный процесс, который может обеспечить урегулирование ситуации на востоке Украины. Конец цитаты. В том числе он отметил, что соблюдение этих договоренностей является предварительным условием для отмены санкций.